Друзья, всем привет! 26-е продолжается у нас октября. И продолжается у нас уборка гаража. Позакидывал только что все карнизы. В общем, все длинное, что здесь стояло в гараже. Вот так распределил. Все правильно вы написали мне. Спасибо вам большое за такую подсказку, за такой совет. Еще писали за доски, которые сейчас там. Вот эти доски тоже можно было кинуть туда, наверх, на балки. Но у нас еще предстоит тамбур. И, соответственно, предстоит крыша на тамбуре. Вот сколько уйдет, столько уйдет. Это буквально, может быть, на той неделе уже будет делаться. Поэтому я сейчас не буду эту доску наверх сюда складывать. Вот как останется от тамбура, все остальное обязательно сюда положу. Спасибо вам большое за подсказку. Дальше сегодня по плану уборка вот этой, вот этих иголочек. Я думал немного позже их все равно убрать в этом году на огород. Но место освобожу, поставлю здесь скутер, который поломанный, чтобы он на улице не стоял. Вот, как раз тут для него место будет, поэтому сейчас уберу иголки. И вы писали мне, обязательно их нужно убрать, чтобы не было мышей. Что мы сейчас, чем мы сейчас и займемся. И еще, сегодня комментарий читал. Вот я не помню, кто его написал, но человек написал: Юра, налейте в банки уксуса, проделайте дырочки в крышках, отверстия, и, говорит, расставьте по гаражу, по сараям, мышей не будет. Вот хотелось бы узнать, это правда или неправда? Поможет этот способ или нет? Так что, если вам не сложно, друзья, кто уже пробовал, испытывал такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ладно, операция «Шпильки» началась. Сейчас Мишка выйдет, поможет мне, возьмет тачку. Оно, в принципе, одинаково, что покрывали на этом. Столько же, наверное, влазит, сколько и в тачку. Писали тоже, что люди раньше собирали иголки, вот так складывали и растапливали печку ими. Опять же, был комментарий, и не один. Мыши в таких иголках не живут, они не любят запах хвои. Ну, уберу, я все равно печками растапливать не буду. Ну и место освободится. Иди. Ты моя красотка. Мишке я тачку выкатываю, чтобы он там пылью не дышал лишний раз. И вон туда, аж за столб, там такая канава. И вот мы засыпаем эту канаву иголками, шпильками. Света дома нет. Света поехала маме делать маникюр. Теще. Ну тоже надо, как... Женщины они. И в Африке женщины, правильно? Так же говорят. В общем, продолжаем. Это уже 6-я тачка. Ну, 3 покрывала и 3 тачки уже вывез. Ну, оно одинаково, что туда входит. Поэтому Мишка сказал, так удобнее. Ну, пусть так будет. Мэри, ты же моя хорошая. Это.
включил свет там, где гружу. Смотрите, какая вещь ценная. Держак с топора. Под опилкой, под иголками попался. Думаю, вдруг еще что-то есть, а я не увижу. Поэтому будем грузить вот так. Пусть будет светло. Все-таки они давно лежат. Мало ли что под ними может быть, правильно? А то загружу и не увижу. Смотрите, следующая находка какая. Ложка! Антиквариат. Друзья, набираю тачку очередную. Мих, иди сюда. Смотрите. Не зря я свет включил. Опа. Клад. Вот в банке золотые червонцы. Понял? Еще и не разбил. А, не, тут не червонцы, Мих. Тут святая вода, походу. Сейчас, а ну пойдем на чуть-чуть выйдем. Сейчас открою, подожди. А ну, чем пахнет? Фу, водкой пахнет. Водкой? Ну, почти водка, да? Домашняя. Вот это, блин, находка. Походу был бутылек, но он, наверное, испарился. Вот это я свет не зря включил. Как не разбить? Это да. Вот это находка. Миха. Я тебя поздравляю. Ага, да не поздравляю, просто интересно-то как. Это еще, смотрите, держатель топора, ложка, пол бутыля домашней водки. Что же там дальше еще будет? А? Мих, как я думаешь? Не знаешь? Все что угодно. Да, сейчас еще пулемет Максим найдем. А че? Интересно, сколько тут эти иголки лежат-то? Ладно. Вот такая неожиданная находка. Сколько он там стоит, интересно. Так, продолжаем. Поехал за мамой. Закончила маникюр делать. Нужно теперь осторожно копать лопатой, а то вдруг он тут не один. Мало ли. Это только начало туда, к углу. Немного замедлился процесс погрузки, но очередная находка. Вот такой шприц. ВОСТ. Короче, не знаю, что написано. 20 миллилитров. Очередная находка.
заработках. Смотри. О, шикарно. Свежина, сало. Мама передала, да? Пельмени. Вот это теща. За маникюр. Да? Молодец. Пошли, что-то покажу. Я ж не поздоровалась. Ой, извиняйте. Всем привет. Всем привет, да-да. Смотри. Находка под сено, а ну. Ты хочешь? Понюхай просто. Это какой-то алкоголь. Ну, что именно? Ну, уже непонятно, наверное, да? Да. Ну, смотри, не пробуй. Да не, боже упаси, ты что? Конечно, нет. Да, вот эта находка под иголочками. Просто стояла, я уже даже свет поставил. Бо находки, смотри, для топора держак, ложку нашел, шприц. Да-да. 20, да? 20-кубовая. Может, это, слышь, а может, это для животных и шприц, и вот какой-то непонятно денатурат. Вот здесь стоял, в самом начале. Вот осталось сколько иголочек. Ну, сейчас намного медленнее работаю, аккуратнее, думаю, вдруг еще бутылек. А мало ли, может, еще мало. Короче, медленнее стал грузить. Кушать хотите? Ну, давай я сейчас догружу, а потом уже перекусим, хорошо? Вот это уберешь, да? Да, а тут осталось он. 13 тачек уже вывез. А осталось, ну, я знаю еще сколько. Может, еще штук 5. Фух. Давай, давай. Дальше, видишь, где он? Вот оттуда, да, начинай. Аккуратнее, потом посажена мамин. Давай я там вот немножко покажу. Давай, сейчас Миха как раз все да. Потихоньку загребет, пока я иголки вывезу. Эх, продолжаем. Помогает, да? Пошли, Мих, посмотрим примерно с какого года иголки здесь лежат. Нашел газету. В иголках. Добрый. Да, вот смотри, какой-то чек нашел. Стой. Стою. Предприятие, подразделение, ярлык, навы. Короче, нету ярлыка. А, вон, еще одно продолжение. Продолжение ярлыка. Да, продолжение какое-то вот. Может быть, аккуратнее сейчас. Открывай, бы она такая слевшая. Это я вижу. Отметки о расхождении лесопродукции. Ну. На они. Сейчас, аккуратнее открывай. Ты же видишь, как с ним сыпется. Ну ничего. Раскрывай. Во-во-во-во. Ой, тихо. Мне кажется, так не должно быть. Совсем. Угу. О. Итого, отправитель. Давай, открывай полностью. Сейчас. Видишь, она. Хотя бы прочесть, что немножко. Сейчас. Отметки расхождения. Гадиская типография. Ага. Отметки о расхождениях вы. А ну на с той стороне ничего не написано. Лесопродукции. Так. Вот что-то было написано когда-то. Ну ладно, тут пустая накладная какая-то. А ну, как называется вот эта газета? Раскрою полностью. И... Добрый господар. Добрый господар и какое число? Дата. А ну с той стороны. Может где-то будет. О, 18 лютого 99-й РИК год. Сельские вести газета называлась. Так, а вот это такая же. Вот примерно. Это уже 12 марта 99-го года. Тоже 99-й, да? Да. А ну дай, телепрограмму почитаем. Вот, нет, ну вот здесь она есть. Сейчас, стой. Какие тогда программы шли? А ну давай. Понедельник. А ну давай. УТ-1, да? А вот 20, это что? 25-й канал. 25-й канал, УТ-1, что еще? НТВ Москва, НТВ Меркино. ОРТ, НТВ, 37-й канал, да? Вот. Да, 50-й канал. 50-й канал, так и называется. НТВ Наше Кино, ТВ-центр. РТР.
Короче, ICTV, даже тогда еще шел прием. Вот такие были каналы, да? 7-й канал ICTV, УТ-3. И вот, что хоть примерно было на УТ-1, допустим. Доброе утро. Спорт, новости, спорт, телесериал. И, в принципе, все. Мультфильмы. Мультсериал. Мультсериал «Дякула». Ведь правда, так и написано. Дакула. А, Дакула. А не Дякула, ты Дякула. А я думал, Дякула. Телесериал «Удар», футбол, тайная история, опять футбол, ТРК «Эра», новости. Кто-то тут рисовал. Да. 8.90. А. Кто-то тут что-то рисовал. А, ну покажи. В общем, 99-го года газета. Значит, делаем вывод, что куча это была, ну, плюс-минус, пару лет туда, пару лет сюда. В прошлом веке насыпано еще. Мило. Ладно, осталось немного, давай закончим уже. Выбрасывай. Все, давай, подметай. Листочки. Сейчас я другом, чтобы кучка уже поехала. Транспорт в вашем распоряжении. Занимайтесь. Спасибо. Операция «Шпильки» успешно завершена. Сейчас прокачу. Скутер поставлю. Грязный, да? А ну вытри меня. Так, немного хотя бы. А, это тебе мыться надо, слышишь? Да? Да. Ну ладно, уже потом помоюсь. Сильно? Ну, уже. А ну. Не, уже все. Нормально? Уже не так сильно, она странная. Уже не так сильно. Ну, вот теперь все на своих местах. Да, Мишка? Да. Тебе он еще Арбатен. Давай. Арбатен. Милка тебе ж помогает. Милка, иди помогай. Больше никаких находок под иголками не было. Мих, закрой ворота. Ну, по крайней мере, примерно нашли какого-то года опилки. Пока у меня все, друзья. До следующего ролика. До следующей встречи. Всем добра, здоровья и, самое главное, мирного неба. Надолго не прощаюсь. Скоро увидимся. Пойду кушать. Немного отдохну и дальше на работу.